Так, а если с русского на английский? Это уже у нас мистер Ватсон. Спрашивает у нас, а если с русского на английский? А, ну окей, хорошо. Вот, русский на английский. Пишем. Screamers. Ну, никак, не как там, Jumpscares. Можно даже нажать, что скример. Скример, это, скримерс, это крикуны. Ну, типа, которые кричат, да. Скример, скример, скример. Ну, скример. Ну, слушайте. Скример. Скример. Но никак не Jumpscares. Всем привет. Сегодня у нас зайчик. Ну, или как там? Ну, Тинни Буни. Или Тинни Бани. Типа, Тинни в бане. А почему без меня-то? Чтобы вы понимали, это не об авторов. Если на английском, то это кредиты, короче. Ну, просто, чтобы вы знали. Короче, игра какая-то хоррорез, что-то, да. Ну, всю ночь ветер скребся в окно когтями. Бесконечная песнь велась, словно веревка, сплетенная из самых разных тонких, вкрадчивых, насмешливых голосов. Казалось, они кричат и смеются. Ой, так не хочется как-то читать. И спорят о чем-то. Кто-то носится по снегу, обрасывая длинные тени. Опять эти в бане, короче, которые. Можно выйти и постоять у кромки леса, просто чтобы убедиться, там за кривыми деревьями никого нет. Это же игра света и тени. Ну, это которая в бане. Просто такая игра. Я понимаю, что это лишь мое воображение. Мне ведь уже 12. Ого, так он уже старенький. А, вижу, вижу, тут лицо. Прилети, сова. Ага, а я думал, орел. Ага, неметаночка. Все ясненько. Убери книгу немедленно. Сколько раз говорила, не читай за столом. Вредно. А, Сидишь, сутулился. Ага, убрать книгу. Я послушно отложил книгу о похождениях Конана Варвара. Пока не съешь, из-за стола не встанешь. Ого, ого, ио, грозная. Очень, кстати, ложка выпала из руки. Мама плеснула студенным взглядом с зеленых глаз. Что я говорила? Я достану. 10-секундная передышка перед новым сражением с гадкой кашей. Ха-ха, четенько. У нас тут бои с ложкой каши, короче, там бои какие-то. А что это такое на царапина снизу на столешнице? Карина! Может, просто Карина? Зачем вот эти черточки? Я представил, как бабушка заходит в спальню к моей маленькой маме, садится на край кроватки, где теперь спит Оля, и рассказывает мягким вкрадчивым голосом. Тайга — особое место, детятка. Она к тебе присматривается, принюхивается, словно хочет понять, что ты за зверь такой. Понравишься — в беде не бросит. А будешь проказничать, схватит зубочок и утащит с собой под землю. Тут и дело с концом. Бабушка была ласковой, никогда ни с кем не ссорилась, не ругалась. Поэтому живет 300 лет. Я выбрался из-под стола. Я бросил взгляд на заиндевшее окно. Оля, гляди, лиса! Оля, гляди. А зачем я опять читаю? Да не на улице, на стекле. Смотри, вот нос, вот. Ну-ка, доедай. Да, да, сейчас. Я ничего не вижу. Слепая, потому что. Живо. Совсем немного осталось. Все равно не похоже. А я говорю, похоже. Не-а. Похоже. Прекратите. Ну что за дети? Ну из тебя вроде. На кухню вошел папа, большой и нетерпеливый. Хочу, когда вырасту, стать как он. Борода. Чем? Мама, шутя, все просила папу. Ну сбрей, колется же. Я ловил каждый звук и боялся услышать самое страшное, самое убийственное, словно на букву «Р». Развод. Все ясненько. Да что твоя лиса? Вот у меня на окне сова. А, я думал, сова. Ладно, ладно, мем уже старый, кстати. Опять ты со своей совой? Так ты же вчера мне верил. Никто ключи от машины не видел? Вроде оставлял на подоконнике. Вроде. Вроде оставлял, вроде нет. Вроде взрослый мужчина, отец двоих детей, а вроде... Перестань, пожалуйста, Карина. Дай мне спокойно собраться. В корзине твои ключи, возле телефона. Огромное тебе человеческое спасибо. Антон, ешь быстрее, а то как мученик сидишь. А сова? Не было там никакой совы. Была! Глазюки огромные! Во! И светится. Я понял, вот этому челу лица, кажется, вот этому сова. Ой, ё-моё, это я очень реально испугался.
В прошлом году бабай в шкафу. Сейчас сова? Но я же видела! Оля переводила взгляд. А может, все будет читаться, пожалуйста? Оля переводила взгляд с отца на маму, потом на меня, но нигде не находила поддержки. А ты не думала подружиться с ней, нет? Вымышленными мышами покормить, например? Не подначивай ребенка, просто мала еще. И спать одна боится. А, ой, читать же нужно. Оля капризно надула губы и опрометью вылетела в коридор. С тех пор, как мы переехали в этот старый дом, Оля плохо спала. Ворочалась в постели и съеживалась клубочком под одеялом. Порой вскакивала среди ночи, чтобы включить видеомагнитофон. Мультфильмы помогали отвлечься от переживаний из-за переезда родителей. Что это такое? А потом Оле привиделось это огромное крылатое чудовище с окном. А, сова! Я помню. Прошлой ночью я лежал без сна и думал о том, что ждет меня в новой школе. До занятий оставалось несколько дней. А мне прям завтра, представляешь? Пусть бы она сгорела, эта чертова школа. Слушай, вообще мы с тобой так одинаковы по этой фразе. Просто две капли воды. Иногда воображаю, как мама снимает трубку и говорит холодно. Вы не туда попали. Или как еще можно холодно сказать? Вы не туда попали. Да нет. Холодно сказать надо. Холодно, чтобы прям мурашки по коже. Вы не туда попали. Ну, четко. Днем тихий и покладистый. Тени, которые в бане, отдыхают в углах. Словно дом играет какую-то дьявольскую мелодию. Вдруг я понял, что действительно слышу музыку, причем играет она уже давно. Я тоже слышу музыку. Где-то далеко, на самой границе восприятия, пела флейта. Она словно бы сливалась с воем ветра с поскрипыванием старого дома, с моими мыслями, наконец. Я встал и поторопился к окну, хочу убедить себя, что нет никакой музыки. Ой, как светло. Там в поле кто-то танцевал. Да не кто-то тут их... Ого, их тут много, короче. Черные фигуры, едва различимые на фоне темного леса. Значит, тут медведь, там лиса, там волк, козел какой-то. Ну, вообще непонятно, кто это такие. Мне вспомнилась история о волках, играющих под луной, но это были не волки. Они вставали на ноги, ходили хоровод, вздымая вихри снега, растворялись во мраке и появлялись вновь. Вдруг музыка стихла. Танцующие застыли, и я готов был поклясться, уставились на меня. Внезапно одна из фигур отделилась от старого странного карнавала теней и двинулась по полю, мощными прыжками преодолевая расстояние. Так она ко мне побежала, чё так вдруг? Она скользила, не оставляя вмятина хрустком Насте. На какой Насте? Чё? Бедная Настя, на ней не оставляли вмятин. Что я вообще читаю? Сердце заметалось птицей в клетке. Птицей в клетке или птицей? Я вдруг снова вспомнил о похоронах, как бабушка лежала, скрестив руки, в заострившимся чертами лица, похожая на... Меня музыка отвлекает. И лежа под одеялом, прислушиваясь к скрипу и вою, я шептал эти слова. На острове Буяне, в синем океане, стоит домовина, в ней сало и глина, волосы седые, чертям еда, раба Божьего Антона не тронут никогда. Бесы забудут дорогу к дому, мертвые к мертвому, швы к швому. Звук резанул по ушам. Что-то царапало входную дверь. Было быстро-быстро скобрило когтями полотно, требуя впустить его. Сейчас кремак, ребят, по-любому. Ну а что сейчас с этой двери? Дверь заперта. Папа стал осторожным и вкрутил надежный замок. Это я не хочу. Мертвое к мертвому. Живое к живому. Ой-ой. Я поджал колени, уткнулся в них подбородком
и засверлил взглядом межкомнатную дверь, такую хлипкую и слабую перед мощью темноты. И вдруг... А что? Дверная ручка робко повернулась. Ай, нет, сейчас скрима какой-то. Затем дернулась раз, другой, будто у того, кто пытался открыть дверь, не было рук. Ручка вновь кивнула и неожиданно... Фух. Защелкала бешено. От страха у меня свело челюсть. Мокрые пальцы комкали одеяло. Дверь заскрипела, отворилась. Дом издевательски стонал ветром в жестяных водостоках. Сейчас ты увидишь скримак. Дверь распахнулась. Тьма кишевала в прожорливой пасти проема. То! Словно сама ночь обращалась ко мне. То... хлопая черными крыльями, то скрипя несмазанными петлями. Но это по-любому это сестра или как я. Мрак был паутиной, облепивший углы комнаты. Я дрожал в его коконе и ждал, когда из черного провала выступит тот, кто соткал паутину. Тю! Бедное лицо сестры выплыло из густой тени. Я готов был вскрикнуть от облегчения. Оля, я не сплю. Что случилось? Он опять прилетел и пялится на меня. А, сова, помним. Прогони ее, Тоша. Прогони, пожалуйста. Я так боюсь. Страх, только что терзавший меня, уполз и притаился где-то в животе. Я обязан был успокоить Олю. Не. Это был сон, глупая. Не пугайся. Сны не кусаются. Никто тебя не обидит. Оля всхлипнула. Оно изо всех сил пытается мне верить. Но верил ли я сам? У меня есть идея. А пойдем к тебе в комнату, видик посмотрим. Спящую красавицу, например. Тебе же нравится этот мультик? Почему у спящей красавицы принца у меня эта страшная птица? Извини, но не птица страшная, а сова. Вопрос застал врасплох. Ладно, давай посмотрим Золушку. Давай Золушку посмотрим. Мысли путались и расплывались. Что это было? Что высматривало меня? Не проведешь, предложив вместе себе... Ящик с салатом и глиной, с обрезанными седыми косами. Тоша, ты идешь? Нет, я буду сидеть здесь. Да, да, сейчас. В смысле? Что мое? Тоша, подойди-ка сюда. Два милиционера возвышались на пороге. От них пахло морозом и тревогой. Мама, завидев машины с мигалками, обычно кривилась и ворчала хуже бандитов. Тут мальчик вчера потерялся, Вовой зовут. Глянь, пожалуйста, ты его не видел? Милиционер протянул мне фотографию. Ух ты, рыжий паренек лет 8 был запечатлен на фоне ковра. Он держал на руках полосатую кошку и широко улыбался. Нет. Точно? Посмотри внимательнее. Где мне его видеть? Я тут никого не знаю, да и из дома-то почти не выхожу. А может, видел в окно? Да, у тебя ведь окна на лес. В окно? Нет, не видел. Ясно. Кстати, ясно? Пасмурно, хорошо. Наконец, оторвав от меня взгляд милиционер, может, полиционер? Ой. Ты, Антон, в каком классе учишься? В 6-м. Ого! Я в 7-м. Слушайте, смотрите, прочитайте, что такое УАЗик?
Я удивлюсь, если это будет что-то другое, кроме того, что я знаю. Ну, УАЗик. Советский, российский грузопассажирский автомобиль, повышенный, по видимости, внедорожник, выпускавшийся в Ульяновском автомобильном заводе. Я не удивлен. Одеваюсь, и я фантазировал, как куплю Оле тамагочи, а себе плеер и много-много кассет. Значит, смотрите, ребят, что такое УАЗик написали, а что такое тамагочи не написали. Фух. Ладно, да-да-да, я не знаю, что такое тамагочи. Хотите, просто в комментарии напишите. Хотите, ничего вообще не пишите. Я, да, я такой, я не знаю, что такое тамагочи. Так, ага, у нас есть выбор. Для начала сохраняемся и давайте выбирать. Итак, куда мы будем идти? Давайте сюда. Темная душная кладовка. Мама говорит, внутри пахнет мышами, но откуда ей знать, как они пахнут? И ужасно не нравится, когда я суюсь туда. Боится, что порежусь о лезвие недавно заточенного топора. А Олю вообще не заманишь в кладовку. Она считает, что там живет бабай. А я как-то пытаюсь побороть ее страхи. Отговорил дверь. Включил тусклую лампу. Мол, смотри. Ничего нет, только паутина, папины инструменты и царапанные стены. Не поверила. А мне нравится прятаться в шкафу, слушать, как Оля считает снаружи. 3, 4, 5, я иду искать, а он туда запрятался, она туда не пойдет. И придет, скрипя половицами, я не знаю, робко надеюсь, что не придется соваться за мной в тесное логово страшилы. Ну, на сюжет, если честно, никак не поменял. Слушайте, давайте на кухню пойдем, потому что на кухне там же вроде мам. Антон! Антон! Сейчас ремня получится. Ни шагу за порог. На кухню. Обмануть, открыть, обратно. Ну, то есть туда нельзя. Обмануть, это в смысле обмануть? Я что-то сделал для обмана? Открываем холодильник. Что у нас в холодильнике? Когда-то бабушка хранила здесь мороженое для меня и Оли. А теперь тут только суповый набор, да слипшиеся пельмени. Как же они осточили. Короче, ребят, пельмени. Действительно, давайте вместе подумаем, что это такое. Пельмени, маленькие пирожки из пресного теста с мясом, употребление в вареном виде. Является разновидностью русского фастфуда. Вау, удивительно, не знал, если честно, вообще даже. Мам, там что-то с телевизором случилось. Картинка какая-то тусклая, и экран весь в полосах. Без ножа меня режет. Да стрелялся в уток свой. Говорила же, посадите мне кинескоп своей приставкой. Где мы теперь мастера найдем в дыре этой, а? Может быть, просто настройки сбились? Сходи, посмотри, пожалуйста. Нормально же работал с утра. Из-за снегопада, наверное, неполадки. Мама вытерла руки о фартук и, хмурясь, отправилась в комнату Юли. Погнали! Спидран! Так, что? Я открыл калитку и вышел в поле. Осторожно, чтобы мама не увидела меня из окон. Когда я преодолел половину пути до леса, сугробы доходили до колен. Вспомнились ночные страхи. Примерно здесь я видел те силуэты. Здесь они кувыркались, прыгали, хороводили. Музыка заиграла в подсознании, гипнотизирующая и влекущая. При свете дня те далекие фигуры казались просто сном. Солнце испепелило кошмары, но осталось послевкусие. Тишина порой бывает страшнее криков. Родители кричали друг на друга, и мы с Олей каменели, прислушиваясь к перепелкам. Что? Улица разбитых фонарей. Российский детективный телевизионный сериал, в котором рассказывается о буднях сотрудников милиции, на данный момент является самым
продолжительным сериалам в истории российского телевидения. Ну это я знаю, отличие пельменев, а. Там никого нет, лишь ветки и корни. Просто мое воображение. Где-то громко захлопотали крыльями птица. Ё-моё. От дерева отделилась тень, которая в бане, и скрылась из виду. И здесь мы, ребят, вовремя останавливаемся, сохраняемся. Все, спасибо за просмотр. Здесь был я, как всегда, как я там называюсь, как мой канал там, Марко вроде бы, да. Подписывайтесь, ставьте лайки, и мы будем продолжать вот это вот, на вот этой вот моменте. Все, спасибо за просмотр, всем пока.